Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Тон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей тель-авивской студии, как всегда, замечательные гости, мои друзья, коллеги, главный редактор лучшего радио «Цвизильбер» и ведущий, основатель первого радио Павел Маргулян. Добрый день! Добрый день! Друзья, я хотел сегодня с вами поговорить о такой организации, которая называется Организация Объединенных Наций, вернее, об одном из ее органов, Совет по правам человека. Они на днях приняли замечательную резолюцию, которая, я цитирую, призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений прав человека на территории сектора Газа и в Израиле, а также в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях из-за систематической дискриминации и репрессий на основании национальной, этнической, расовой и религиозной принадлежности. Ну, вы понимаете, что имеется в виду Израиль, потому что Хамас в связи с последними событиями в Газе не упоминается вообще. То есть понятно, к кому это все адресовано. У меня вопрос вот какой к вам, прежде всего. Предложение о создании комиссии поддержали, есть в публикации, есть в интернете, в открытом доступе все это. Поддержали 24 стороны, 9 проголосовали против, 14 воздержались. И тех, кто проголосовал за, 3 постсоветских, хотел сказать, республики, страны: Россия, Армения и Узбекистан. Ну, также к ним присоединились Куба, Венесуэла, Китай, Аргентина, Судан, Сомали, Пакистан. У меня к вам вопрос. Когда Россия голосует за, она хочет доказать в данной ситуации, что Израиль не совершал военных преступлений, или наоборот, и выдает ли, на ваш взгляд, такого рода резолюции, индульгенцию террористам обстреливать израильские города ракетами? Ну, я не знаю, я не удивлен, потому что, ну, вот после такой короткой оттепели с возвращением в Министерство иностранных дел России Примакова Россия вернулась к старой такой кондовой советской политике, по которой Израиль враг, а значит, Россия продвигает интересы всяких там арабских режимов. И я не помню, вот с момента возвращения Примакова, я не помню ни одной антиизраильской резолюции. Внука ты имеешь в виду? А? Внука Примакова ты имеешь. Почему внука? А, нет, ты имеешь в виду Примакова, главного, да. Я не помню ни одной резолюции антиизраильской, которую бы не поддержала Россия. И когда у нас в период правления Обамы в какой-то момент возникла такая иллюзия, что вот Обама такую ведет антиизраильскую политику, а у, значит, Нетаньяу такие замечательные отношения с Путиным, и вот там была какая-то резолюция, причем не Совета ООН, а именно это Совет Безопасности, да, Совет Безопасности. И была опасность, что Обама не наложит вето, и вот все сказали, что Биби звонил Путину и просил, чтобы Россия наложила вето, да. И вот появилась какая-то такая иллюзия, что вот сейчас хоп, вот так вот из-за вот этих личных отношений, якобы хороших, между дружеских, между Биби и Путиным, Россия изменит сама себе. Но этого не произошло. Россия, конечно же, не наложила никакой вето и проголосовала против Израиля, и все вернулось на круги своя. Поэтому я здесь совершенно никак не удивлен. Теперь по сути. Я совершенно не против, чтобы расследовали, да, но я считаю, что расследовать должны мы, потому что мы в такой ситуации, что в Совет по правам человека мы не входим, переспорить Сомали и Венесуэлу мы не можем, у нас не хватит на это ресурсов, да, и сотрудничать с этим советом с самого начала понятно, что мы не будем, Хамас будет, и этот совет будет, естественно, принимать за чистую монету все, что им будет впихивать Хамас. Поэтому я считаю, что в этой ситуации самая оптимальная позиция для Израиля – это любое расследование, которое они инициируют, вести вот в буквальном смысле в социальных сетях, онлайн, да, и разбирать каждый случай, предоставляя результаты расследования израильского. И мы действительно должны для этого расследовать каждый случай. Каждый случай мы должны расследовать не для них, для себя, да. Потому что я не против того, чтобы расследовать. Надо расследовать, если там что-то есть, какой-то факт, то его надо расследовать не для них, а для нас. И когда это все будет в открытом доступе, в интернете,
в социальных сетях, когда все это будет обсуждаться, есть множество, сотни тысяч вот этих интернет-ищеек, которые любят раскапывать какие-то факты. Вот пусть они этим тоже занимаются. И тогда посмотрим, как будет выглядеть это расследование. Паш, у меня к тебе еще дополнение к тому, что к тому вопросу, который был задан. Дело в том, что стало известно, опять же, что за сутки до голосования, когда стало понятно, по какому пути будет развиваться это голосование, в нее был внесен дополнительный пункт, предусматривающий, цитирую, запрет на переброску оружия в определенных условиях. Но опять же, поскольку в резолюции Хамас и террористы не упомянуты, понятно, против кого это направлено. Скажи, пожалуйста, вот именно в этой ситуации, когда некоторые страны, я перечислю, Дания, Франция, Индия, Япония, Нидерланды, Польша, Украина, воздерживаются при голосовании. Они фактически поддерживают эту резолюцию. В них говорит, может быть, латентный антисемитизм. Или что, почему? Почему можно воздержаться в этой ситуации? Или за быть можно, или против? Ну, нет. Ну, воздержание нельзя считать, что это поддержка. Они воздержались, потому что у них есть интересы в арабском мире, в мусульманском мире, и они не хотят обижать ни тех, ни других. Значит, формулировка, которая... Следующим вопросом я опровергну вот это твое суждение. Формулировка, которую вот, ты сказал там о правах человека, насколько я помню, там кроме прав человека еще были военные преступления, то есть расследование военных преступлений, потому что если такие страны, там, как Сомали и Венесуэла или Куба, будут расследовать только права человека, это будет совсем смешно. Поэтому военные преступления, причем в этой формулировке было написано, начиная с апреля этого года. То есть апрель — это когда у нас начались волнения в Рамадан. Да. То есть явно мы знаем, против кого направлены все шито белыми нитками, все эти резолюции, учитывая, какой процент резолюций, которые принимал Совет по правам человека, и сколько из них касалось обвинений в адрес Израиля и расследований в адрес Израиля, как бы картина нам становится ясна, и ясно, против кого в первую очередь направлено будет это расследование, если оно будет. Теперь, ну, Цви отметил, что у нас создалось впечатление о том, было подано нам нашим премьер-министром, что у Бениамина Бенционовича с Владимиром Владимировичем хорошие отношения сложились. Если взять последние года три, то, по-моему, Путин и Нетаньяху встречался, Путин встречался с Нетаньяху чаще, чем с другими лидерами государств. Там, может быть, Лукашенко сейчас обогнал Нетаньяху, но там где-то 8 или 9 встреч было. И мы как бы решили, и Нетаньяху постоянно говорил, что у нас хорошие отношения, что мы сотрудничаем с Россией. Но оказывается, мы сейчас поняли, что сотрудничество касалось только одной аудитории – Сирии. Все остальное осталось так, как было. У России есть свои интересы, мы знаем, что незадолго до этого был визит делегации Хамаса в Москву. Они, правда, не встречались с Путиным, но с Лавровым, по-моему, встречались. Они и сейчас готовятся. И Россия продолжает поддерживать какие-то отношения с представителями Хамаса. Россия отказывается признать Хамас террористической организацией, по словам их посла, потому что действия Хамаса не направлены конкретно против российских граждан. Это замечательный предлог. То есть других можно убивать, скажем так. Вот, и поэтому... Смотрите, Совет по правам человека, я хочу напомнить нашим зрителям, это такая организация, которая была создана в 2006 году. До нее в ООН была организация, которая называлась Комиссия по правам человека, и она была распущена. Распущена была потому, что многие участники этой комиссии нарушали сами внутри себя права человека, помню, и как бы стыдно стало. Я помню, как возглавляла эту комиссию Сирия. Поставили, закрыли одну организацию, открыли другую, которая недалеко ушла от своего предшественника. Это, я хочу напомнить еще одну вещь, что этот совет не имеет никакого, члены совета, которые вступают в этот совет по правам человека, не имеют никакого отношения, то есть не смотрят, каково положение в их странах с правами человека или там военными преступлениями. Там чисто географический набор от каждого там континента, берут 5 стран, и они меняются через каждые несколько лет, поэтому вот такие страны, с нашей точки зрения, смешные, которые могут, с точки зрения ООН, видимо, расследовать права человека, но по идее, по логике, ребята, ну нельзя брать такие страны в Совет по правам человека, потому что это смешно. И поэтому Израиль так и относится, и вот все эти подобные решения, мы сразу вспоминаем высказывание Бен-Гуриона,
да? Ум-шмум, и не обращаем на него внимания. Это одно. И второе, ни одно вот такое, вы помните, была попытка расследования по поводу операции, по-моему, «Литой свинец». Вот я как раз и, об этом. И ни одно из них не дошло до дела, благодаря тому, что у нас есть своя судебная система, которой в мире доверяют, и ее решениям доверяют в мире. И понятно, что это политическое какое-то решение, не имеющее отношения к сути. Я специально посмотрел данные 2014 года, тогда Совет по правам человека тоже принял резолюцию примерно такого же содержания, как и в этом году, осуждающий Израиль после известной операции в секторе Газа. Тогда, правда, результаты были гораздо серьезнее, там около 2000 погибших было в Газе. Вопрос мой вот в чем. Тогда за эту резолюцию проголосовал 41 член Совета по правам человека. 41. Против была только одна страна, Соединенные Штаты. Сегодня Соединенные Штаты не входят в Совет по правам человека, они оттуда вышли, но на этот раз против этой резолюции проголосовали уже 9 стран. Я перечислю: Австрия, Болгария, Чехия, Германия, Великобритания, Уругвай, Франция, Великобритания и Германия. Означает ли это, что мы находим какое-то понимание в мире той борьбе, которую мы ведем против терроризма? И как раз вот у этих стран что, Паш, нет интереса в арабских странах? У этих стран есть большая заинтересованность в том, что такое права человека. И вряд ли в мире могут на одну полку ставить Великобританию и Венесуэлу по поводу прав человека. Поэтому каждая страна западного мира проголосовала против. Ну и то, что в прошлый раз, говоришь, в 2014 году они голосовали за. Была, видимо, совсем другая ситуация. Тогда было большее количество жертв, 2000 человек, на самом деле, там было много гражданских, детей. Так, сейчас тоже, в общем-то, но гораздо меньше. И сейчас, наверное, изменилась какая-то ситуация, ну, потому что все знают, с чего это началось. С обстрела Иерусалима ракетами. Мы знаем прекрасно. Но Россия, я не знаю, Узбекистану и Армении это не мешает. России это никогда не мешало. Я вообще никогда не воспринимал серьезно хорошие отношения России и Израиля. Я знаю, у России свои интересы. Они в любой момент могут изменить свое отношение к Израилю. Почитайте прессу, которая как бы там вот правая, патриотическая пресса, они на Израиль нападают постоянно. Они называют, как называли нас 50 лет тому назад сионистским агрессором, так и называют. Печатают статьи о том, что железный купол вообще плохо работал, хотя мы знаем, что это вранье. Это все там есть. Ну, у России сейчас очень напряженные отношения с правами человека как таковыми вообще-то. Это одна страна, в которой права человека сейчас соблюдаются так, что надо расследовать лучше в других странах. Так, может быть, действительно, ну и хрен с ним, действительно, как говорил Бен-Гурион, ну ум-шмум, не стоит вообще на это обращать внимание. А то, что действительно по нас кто-то стал поддерживать при голосованиях в Совете по правам человека, ну, как говорят на иврите, коля кого, честь и хвала нашему дипломатическому корпусу. На самом деле, все эти решения, резолюции Совета ООН по правам человека, это действительно начхать и забыть. Но он вокруг себя производит огромное количество шума. Mm-hmm. И шум этот совершенно антисемитский. И вот это то, что может ударить по как раз-таки демократическим странам. Да? Вот, например, сегодня я прочитал историю про австрийскую девушку-студентку, не еврейку, не имеющую к еврейскому народу ни генетического, ни религиозного отношения, но она просто учится в Венском университете на факультете иудаики, как это называется, изучает еврейскую историю, язык там, я не знаю. Она ехала в метро и держала в руках книгу, которая называется «Евреи в современной истории», что-то в этом роде. И просто сидела, читала книгу в метро. К ней подошли трое мужиков ближневосточной внешности, да, но это понимаете, что это арабы. И схватили ее за волосы, начали кричать, что она убийца детей. И она еле-еле от них вырвалась, выскочила из метро на ближайшей остановке, подошла к полицейским и рассказала вот все, что там было, и сказала: задержите этих ребят. И знаете, что сказала полиция? Полицейские сказали, что ты сама их спровоцировала, потому что читать такую книгу в метро — это плохая идея,
И ты, конечно же, знала, что это будет провокация. Она пошла подавать жалобу в полицейский участок. Там сказали, ну зачем тебе подавать эту жалобу? Мы же все равно уже не поймаем. Они уже далеко уехали. Как они выглядели, мы не знаем. Поэтому мы их не поймаем. Зачем тебе поднимать шум? Вот она подняла шум в прессе. Да? А, еще интересно, что ее спросили, а вы еврейка? Она сказала, нет, я не еврейка. Ну так что же вы говорите, что было антисемитское преступление? Если бы вы были еврейкой, мы бы подумали, что открывать дело за антисемитское преступление. А так как вы не еврейка, ну как в вашем отношении невозможно совершить антисемитское преступление? Но вот это, собственно говоря, то, что происходит. И это подогревается... Газета «Нью-Йорк Таймс», которая публикует на первой странице фотографии погибших в Газе детей, да, почему-то она не публиковала фотографии детей, которые погибли в Сомали, или которые погибли в Сирии, или в Израиле, в том числе. Они публиковали фотографии, да, которые погибли в Израиле, просто газета «Арес», которая перепечатала израильские фотографии, решила, израильских детей двух решила изъять, значит, из этого списка, опубликовала только палестинцев. Вот. Но неважно, все это создает, добавляет атмосферу антисемитизма, и самый такой как бы знакомый нам из истории подход, это что в каких-то преступлениях виноват весь еврейский народ, да, по всему миру. И вот это первый признак антисемитизма, да, когда в чем-то обвиняют весь еврейский народ, то это уже не антиизраильская, не критика Израиля, да, это уже в чистом виде антисемитизм, от которого просто один шаг до нацизма и крематория. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго, будьте здоровы. До новых встреч.